как ваша команда сегодня настроена? Сколько тут человек? Я показал ребятам кубки, которые будут вручать. На первенстве Свердловской области кубок дают ниже моего ботинка. А тут у вас по пояс. То ли город богатый, то ли мы что-то не понимаем в спорте. А так я 17 лет уже тренером работаю и все равно ничего не понимаю. Нас вот позвали на соревнования, у нас друзья, у меня тут друг у вас работал, Серега Порсин, Вова, это друг мой близкий был. Плюс Вова Кузнецов сейчас в Ямале, мы будем всех в Ямал отправлять, ну кому понравится. Мы детей будем продавать по весу, как кабанчиков сейчас, потому что дети никому в футболе не нужны. Это печально. Скажите, как ваши ребята сегодня готовились к турниру, как вы их тренировали? Мы не тренируемся, я раздаю боксерские перчатки и бью их. Потому что каждый родитель написал у нотариуса бумагу до 18 лет. Потому что город считается у нас закрытый зато. И они богатые и думают, что они умнее их никого нету. А раз мне отдали ребенка, сразу родитель пишет доверенность до 18 лет. Я любому могу, чтобы в тюрьму меня не посадили. Детей же бить нельзя по педагогике. А раз написал родитель, я ему и папа, и мама. Все. Вот так мы и работаем. Весь российский футбол. На каком уровне молодежный футбол? Вот как считать в России, вообще в нашей области? Футбол родился в Англии, но умер на Урале уже давно. Ну все, спасибо вам большое. Целоваться не будем, у меня я женат.